Памятная дата. В стране масштабно отметили День Октябрьской революции. Это эпохальное историческое событие. Как это было? Культура безопасности. В Бобруйске проходит республиканская профилактическая акция. Чтобы достучаться до каждого. О чем напомнит МЧС? Креативный штурм. В городе открылась выставка «Плюшевые каникулы». Многие были в полном восторге. На что стоит посмотреть? А также сотрудничество с Поднебесной, оплата в срок и туристический бум. С начала безвизового режима Беларусь посетила почти 760 тысяч иностранцев. Кто в списке? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Президент провел переговоры с губернатором Ставропольского края. Во время прошлого визита был определен ряд перспективных направлений для развития сотрудничества. Среди них создание совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширение поставок белорусской техники, стройматериалов, обмен продовольственной продукцией, партнерство в сфере АПК, науки. Успешность договоренности подтверждает цифры. По итогам 2022-го товарооборот увеличился более чем на 75%. В этом году прирост 130%. И потенциал для дальнейшей плодотворной работы есть. Тем не менее, я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества. Ставропольский край в Беларуси всегда воспринимался как житница, регион с богатыми традициями, высокой культурой сельского хозяйства. В советские времена мы многому учились у вас. Мы внимательно следим за вашими успехами в садоводстве, селекции плодовых культур, овцеводстве. Готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации наших совместных проектов. Со своей стороны, нам также есть что предложить, начиная с новейших технологий в растениеводстве, селекционной работе, поставок семенного посадочного материала, заканчивая обменом опытом подготовкой профессиональных кадров для агропромышленного комплекса. Глава государства отметил, Беларусь намерена основательно закрепиться на юге России в планах создания мультибрендового торгово-сервисного центра. Также президент предложил восстановить прямой авиарейс между Минском и Минеральными водами. Не прожигайте свою жизнь. В Бобруйске проходит республиканская акция МЧС. Акцент на самом главном – безопасности. Профилактическая работа направлена на предупреждение пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Спасатели проведут тематические интеллектуальные игры, покажут видеофильмы и ролики. Диалоги пройдут в общежитиях, пунктах приема вторсырья, промышленных предприятиях. Для того, чтобы достучаться до каждого и не допустить беды, спасатели проведут пропагандистскую кампанию. Присоединяйтесь к мероприятиям МЧС для того, чтобы вместе победить пагубную привычку и сделать жизнь безопаснее. Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» проходит в два этапа. Первый по 17 ноября, второй с 20 по 28. Площадками для встреч станут учреждения образования, центры безопасности и другие места массового скопления людей. История сквозь десятилетия. Беларусь масштабно отметила День Октябрьской революции. В каждом уголке прошли торжественные митинги и праздничные концерты. В стране не осталась и славная традиция – открытие социально значимых объектов. О том, как это было, Елизавета Липеева. Красный день календаря, так и не иначе о нем говорят в народе. 7 ноября – день Октябрьской революции. События 1917-го стали одними из самых значительных в 20 веке и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Это эпохальное историческое событие. Республика Беларусь вошла в состав Советского Союза, а впоследствии стала независимым государством. Поэтому это праздник как исторический и праздник, который нужно отмечать. Тем более этот праздник в советские времена имел свои традиции. Спустя 106 лет о событии такого масштаба знают, помнят и чтят. Бобруйск по традиции это утро встречает на площади Ленина. Цветы к памятнику вождя мирового пролетариата несут представители коммунистической партии, исполнительной власти и общественности. Для людей нашего поколения это, можно считать, основной праздник. Мы выросли под этим флагом, мы выросли под эти песни, мы выросли под этот праздник. Это наш воистину народный праздник. Замечательный, светлый, торжественный. Это олицетворение нашей юности, нашей молодости, потому что у нас одна родина СССР. И я благодарна нашему президенту за то, что он сохранил этот праздник для нас, для последующих поколений, потому что историю забывать нельзя. Это замечательный праздник, который пришел к нам из истории. Этот праздник действительно дал народу всего бывшего Советского Союза право на свободу, равенство и братство.
И еще самое главное, из вот этой истории этот праздник всегда отмечался в каждой семье. Из года в год передается добрая традиция открывать в этот день значимые социальные объекты. В торжественной обстановке красную ленту перерезают в микрорайоне Киселевичи. Новую дорогу первыми оценивают дети. Улицу называют в честь генерал-лейтенанта танковых войск, героя Советского Союза Михаила Панова. Его подразделение принимало участие в освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. День 7 ноября оторвали вместе с папой красный лист календаря. На этом сюрпризы не заканчиваются. На бульваре Молодежном в подарок маленьким непоседам детская спортивная игровая площадка. 1700 квадратных метров с безопасным покрытием и множеством современного оборудования. Тренажеры, качели, лесенки, горка становятся местом притяжения для ребят со всего микрорайона. Я с своей сестрой буду всегда сюда приходить. Можно рядом с домом ходить гулять. А детям здесь будет интересно. Ворота хорошие. Поле удобное. Здоровье прежде всего. И сколько здесь деток, и эта площадка будет у нас востребована. Мы открывали улицу Наумова в мае месяце. Действительно, это транспортная артерия стала для этого микрорайона. До конца этого года ожидается еще одно значимое событие. В Киселевичах вновь зазвучит звонкий смех. Откроется детский сад на 240 мест. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Интересные уроки, яблоневые сады и новое соглашение. В Шанхае подписали меморандум о сотрудничестве между Беларусью и Китаем. В чем суть? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Шанхае подписали меморандум о сотрудничестве между Беларусью и Китаем. За 2022 товарооборот между странами достиг 6 миллиардов долларов. Доля экспорта выросла на 80%. Сейчас республика представляет свои разработки на местной выставке. В списке продукты питания, легкая промышленность, сфера услуг и наука. Белорусы в обязательном порядке должны оплатить налоги до 15 ноября. Всего около 3,5 миллионов человек. В списке транспортный, земельный и на недвижимость. Выставленную сумму можно посмотреть в ЕРИП или в личном кабинете плательщика. В 2024-м, напомню, платежи планируют объединить в единый имущественный сбор. Белорусские школы обзаведутся новыми факультативами. Учащиеся 8-10 классов смогут ознакомиться с азами таких профессий, как архитектура и дизайн, робототехника, современные компьютерные технологии. Уроки нацелены на развитие интеллектуальной и творческой сторон учащихся. В будущем эти занятия могут помочь с выбором рабочей специальности. С начала безвизового режима Беларусь посетила почти 760 тысяч иностранцев. Он, к слову, продлится до конца года. За 2023 в республику въехало свыше 374 тысяч граждан из стран-соседей. Из них четверть – жители Литвы, 85 тысяч – Латвии и 35 – Польши. Средняя продолжительность пребывания туристов на территории Синеокой – 5 дней. У белорусских фермеров есть возможность получить финансирование на закладку яблоневых садов. Программа разработана в рамках инициативы «Аграрный бизнес». Чтобы взять деньги, необходимо подать заявку в Минсельхоз. Участвовать могут все желающие, от небольших фермерских хозяйств до крупных организаций. Средства выдаются на конкурсной основе. За красоту и уют в Бобруйске прошла встреча с представителями ЦТОС. В актовом зале Первомайской администрации собрались активисты Центра территориального самоуправления, руководство района, председатель Бобруйского горсовета депутатов Михаил Желудов. На повестке дня вопросы инфраструктуры и методы их решения. Кроме того, подведение предварительных итогов выполненных работ. Тут и ремонт дорог, жилого фонда, подъездов и детских площадок. Самое главное, это мы собрали тех активных людей, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы город наш, и в частности Первомайский район, Ленинский район, развивались, и чтобы все, что сделано коммунальными службами, чтобы оно сохранялось. На встрече участники предлагали идеи по благоустройству города. В Центре территориального общественного самоуправления, напомним, входят неравнодушные бобруйчане, которые готовы предлагать и помогать развивать инициативы с поддержкой служб ЖКХ и органов власти. Сила искусства. В выставочном зале представлена коллекция творческих работ детей из домов семейного типа. От сериалов до славянской мифологии. В коллекции авторские игрушки, куклы, звери, насекомые. Нашлось место и символу будущего года. Белорусского дракона создали в технике Мишки Тедди. Всего представлено под сотню работ. Если взять сроки работы, мне нужно для создания одной куклы, грубо говоря, двое суток, отнимаем сон, считаем в среднем 32 часа. Так как у меня занятия два раза в неделю по 3 часа, мы складываем все часы, получаем около 2 месяцев, уходит у ребенка на создание куклы. Не обошлось и без художественных композиций. В выставочном зале 24 детские работы, репродукция и авторское видение. Дети посещали выставку, многие были в полном восторге, что их работы увидели, их заметили,
они тоже уже маленькие художники, и для них это также важно. Насладиться творчеством юных гениев можно до 26 ноября с 9 утра до 7 вечера, выходной понедельник. Стоимость билета для взрослых 2 рубля, школьникам обойдется в половину меньше. Сразу после нас сирены. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!